Всем привет! Решил записать такое вот экстренное видео. Значит, у всех блогеров должно было вот такое вот объявление высветиться в панели управления. Если у вашего канала есть неактивные подписчики вчера и сегодня 2018 года, они будут удалены и общее количество подписчиков уменьшится. Кто наблюдает за моим каналом, у меня было буквально где-то около получаса назад 19580 где-то 2 подписчика. Был за компьютером, в общем, находился в интернете. То есть я обновил данные, и подписчиков уже стало 19545 человек. То есть там получается где-то YouTube удалил, ну, около 40 где-то подписчиков. Там плюс-минус. Вот и теперь мы нажмем более подробнее. Сейчас нам переведет все. И вот мы читаем. Вчера и сегодня вы можете заметить заметное снижение количества подписчиков, когда мы удаляем спам из вашего канала. Вы увидите предупреждение в YouTube Studio, если это повлияет. Количество пользователей, подписавшихся на ваш канал YouTube, это пользователь, который отражает количество людей, следящих за вашим каналом. Ну и так далее. Я подписчиков не накручивал абсолютно, то есть ни копейки, никаким ресурсом я не платил. Вот я думаю, что это YouTube учтет, и в принципе там 40-50 подписчиков. Да, мы, естественно, ценим каждый блогер, любой блогер ценит каждого подписчика, но YouTube делает такую зачистку. Может быть, как говорится, оно и правильно. Потому что человек мог зайти, там зарегистрироваться один раз и больше, к сожалению, не заходит. Какие-то ему каналы не нравятся и так далее. Ну, вообще жизненные какие-то проблемы. Вот здесь вот много различной информации. Там, где нужно, остановите, почитайте. Постараюсь скинуть ссылку под этим роликом. Если получится, то вы сами можете зайти и ознакомиться. И поэтому посмотрите, уважаемые конкуренты. Вот я знаю то, что вы наблюдаете. Ну и, соответственно, другие блогеры. Потому что 100% у вас отминусуется, и может быть и 100, и 200 подписчиков, и 500, а если вы накручивали, то это 1000. Но этого я категорически вам не рекомендую делать. Лучше сконцентрироваться на качестве ваших роликов, вашего контента, или же заплатить деньги лучше известным блогерам за рекламу, и уже, я думаю, будет более, конечно, результат, чем заниматься накруткой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!